Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру под названием This is the Police 2. Во второй части появилась полноценная пошаговая боевая система, и, похоже, нас сейчас с ней ознакомит какой-то штаб галстуков. Около часа ночи в полицейском департаменте Шарпвуда раздался звонок. Анонимный источник сообщил, что знает, где расположен штаб галстуков, банды наркоторговцев, недавно прибывших в город. Анонимные сведения редко оказываются ценными, но шериф Уэллс объявил поимку галстуков своей главной задачей, и поэтому тут же отправился по указанному адресу вместе с двумя своими помощниками. Интересное название для банды наркоторговцев — «Займите укрытие». Так, а где шериф, а где помощники, не очень понятно. Вот он, шериф, по центру и по бокам его помощники. Сейчас мы играем за Хунг, азиатскую женщину. Посмотрите, какой у нее решительный взгляд. Она сегодня точно поймает преступника. Так, ну погнали. Подбираемся поближе. Даже следы, посмотрите, остаются от снега. Спрячьтесь у генератора. Это генератор? Ну да, судя по анимации, похоже, действительно. Оружие у нас есть у всех. Все хорошо вооружены. А вот и первый преступник, друзья. Ну-ка, давайте на него попробуем посмотреть. Жалко, здесь зумить нельзя. Не очень понятно, что у него в руках. По-моему, какая-то палка. Не уверен, что это огнестрельное оружие. Хотя, честно говоря, я вот увидел подозреваемого. У него что-то в руках. И мне кажется, что это штурмовая винтовка, друзья. Так что я бы прямо сейчас шмальнул в голову этому преступнику. Тем более, ну, он явно агрессивный. Рядом кровь, посмотрите. Он не бросает оружие. Хотя мы... Он, по-моему, нас и не заметил. Ну, ладно. Разберемся. Так, спрячьтесь у бревн. Теперь мы ведем шерифа. Достаточно тихо все это делаем. По стелсу, друзья. И занимаем последним напарником. С такими кудрями великолепными. Позицию. Ход преступников. Давайте посмотрим. По-моему, это реально винтовка какая-то. Смотрите, он подкрался практически ко мне. Надо его вырубить. А эти отступают вдвоем. Засали. Так, вот второй. Подойдите ближе. Ну, пока что будет туториал. Нам особый выбор не дают, особую свободу. Так что давайте просто выполнять задание. Если вы попадетесь врагу на глаза, то во время своего хода он поднимет тревогу. Во время тревоги копы заметны даже за укрытиями. Так, вот он нас заметил. Дайте преступнику дубинкой по голове, пока он не поднял тревогу. Понял. Так, дубиночка. Пока что мы ничем пользоваться не можем. Но тут, смотрите, и гранаты, шокер. А, это перцовый баллончик, а не гранат. Функция ареста, нож и так далее. Перки даже есть у каждого персонажа, видимо. Так, ну ладно, давайте дубиночкой его шлепнем как следует. Так, ну и теперь нужно его задержать, да, судя по всему. Некоторые действия можно совершить, только стоя напротив объекта. Понял? Видимо, заковать все в наручники. Да, закован, друзья. И подозреваемый первый пойман. А там еще целая банда. Мне кажется, без огнестрельной борьбы не обойдется. Так, нужно зайти с другой стороны. Окружать будем здание. Блин, мне кажется, на банду вооруженных наркоторговцев надо нападать целым взводом. Надо окружить, оцепить здание, все. Полицейскими машинами заставить и так далее. Посмотрите, какое оно большое. Мне кажется, там человек 200, а нас всего лишь трое. Так, погнали дальше. Обойти препятствие. Поехали. Выстрелите из тазера. Окей. До этого не дострелиться, да? У нас зона действия демонстрируется, как во многих играх с пошаговой боевкой. Так, тайзер применяем. Отлично. Попадание в шею. Теперь преступник оглушен, ну и помощницы мы его тоже, наверное, заковываем, да? Насколько я понимаю, в наручники. Так, и последний у нас. Часовой, друзья. Последний у нас остался. Враги могут не только заметить вас, но и услышать. Если преступник заметит вас издалека или услышит подозрительный шум, то обязательно покинет свой пост, чтобы все проверить. Блин, только сейчас заметил. Это что, медведь? Что они с ним сделали, боже мой? Зачем они его подвесили? На дерево. Какое-то дерево висельников из Pillars of Eternity. Так, ладно, подходим. Оглушите его. Еще один способ вывести противника из строя — использовать перцовый баллончик. Ну, давайте. Нам, короче, демонстрируют все основное вооружение. Для обезвреживания именно. Ну, я получаю. В лицо просто. Баллончиком. Так, ну все. Все оглушены, друзья. Можем
вязать последнего, насколько я понимаю. Мы до сих пор прячемся. Видимо, потом перегруппируемся и будем начинать штурм. Хотя, может, мы вызовем вообще подкрепление после задержания этих чуваков. Так, что мне нужно сделать? Подготовьтесь к штурму. Нет, все-таки штурм, друзья, будет. Ладно. Сейчас заковать нужно, не забыть последнего. Давайте его заковывать. Надо подойти ближе, вплотную. Нас этому обучили. Для того, чтобы использовать некоторые действия. Так, отлично. Правда, орём мы очень громко. Странно, что нас еще никто внутри здания не заметил. Пятый хон, друзья. Все, подбираемся к окну. Там, смотрите, целая россыпь трупов. Они, похоже, здесь их и закапывают. Кошмар. Почему раньше это место никто не замещал? Видимо, оно где-то совсем на отшибе. Так, ну что ж, мы готовимся к атаке. Блин, мне нравится пока что. Хоть это и обучение, естественно, воли мне никакой не давали. Но пока очень здорово выглядит. Так, выбиваем дверь, друзья. И поехали. Как это сделать-то? Список активных перков. Вот и перки как раз мы будем применять. Что-то еще есть, давайте посмотрим. Взломщик, разведка, перехват, тень, терпение и переговорщик. Полицейский может связаться с преступником по рации и отложить взрыв бомбы на несколько ходов. Интересный перк. Мне кажется, полезным будет в дальнейшем. Ну что ж, выбиваем дверь, друзья, и врываемся. Погнали. Так, преступник стоит спиной к нам, причем он слышал шум, но абсолютно никак не подготовился. И теперь нас обучают стрелять уже из огнестрела. Подстреленный подозреваемый или погибает на месте, или начинает истекать кровью. Раненый человек умрет через несколько ходов, если его не эвакуировать. Выстрелы из пистолета сразу же поднимают тревогу, поэтому подумайте дважды, прежде чем открыть огонь. Блин, ну вот здесь вот еще дополнительная часть, здание есть, и мне кажется, там еще пару ребят. Но уже в любом случае мы будем шуметь, так что... Ну да, и выбора у нас тем более нет, так что шмаляем, друзья. Смотрите, даже выбрать можно, куда стрелять. Но выбора у меня опять, по сути, нет, он ограничен в рамках обучения. В руку надо стрелять, преступник не сможет стрелять, но наверняка попытается сбежать. Тут, кстати... Шкала вот небольшая заполняется, это, видимо, шанс попадания в ту или иную часть тела. Осмелюсь предположить. А может и нет. Ну ладно, стреляем, друзья. Шанс, если я правильно понял, шанс высокий был. Так, мы попали ему в руку, он уронил ствол, по-моему. Но я не понял, он поднял его или нет. По-моему, он просто убежал в другую комнату. Выломываем окно. И продолжаем штурм. Так, вот у этой женщины есть перк взломщика, видимо. Не выламываем окно, а взламываем именно. Так, готовимся к штурму. Ну, в принципе, настрой, ребят, мы нормально вооружены. Эти бичики совсем какие-то никакие. Может быть, у нас и есть какой-то шанс. А этот таран, вот этот выбивает, смотрите. У него перка взломщика нет. Ну что ж, мы готовы. Занимаем позицию. Ломаем дверь, как мы это умеем. И заходим. Надо вместе как-то заходить, но дверь всего, проход один. Хотя мы все вместе и зашли. Чуть по очереди. Надеюсь, все было хорошо, друзья. Надеюсь, мы обезвредили преступников. Но что-то мне подсказывает, что это не так. Ноябрь, 21-е. But today I wasn't so lucky. I mean, it wasn't just a regular funeral, was it? All Sharpwood showed up. Can you imagine? I had a teacher, Mrs. Dawson. I haven't seen her since the third grade. Figured she'd moved or died. I mean, it's not easy to lose track of someone in this town, right? And today I'm looking at her in the crowd, all alive and healthy. Imagine, right? And the crowd was huge. It wasn't even a crowd, more like a whole river of people. I mean, you look at all of them, and you can't even see the end. All the roads were blocked. Just thinking. It's weird, there's this dead guy who's making it so an alive guy can't get his groceries on time, right? Похоже, друзья, раз уж речь зашла о похоронах, похоже, штурм не удался успехом. I really respect Sheriff Wells. Да, шериф погиб. Мы узнаем из диалога. Кстати, забыл предупредить, что здесь очень будет много диалогов и много текста.
Nobody wants to lose a job, because it's not easy to find a new job in Sharpwood, right? So, The money's right there in front of your nose. Don't bother with the change. Mr. Nash, I... Thank you. Блин, чувак, курьер похож на Марти. You don't need to call Из назад в будущее. I mean, he'll be yelling at me either way. I deserve it, right? I'm just... Oh, by the way, those cigars you asked about... Caesars, right? Mr. Summer said we normally don't have them in stock, but we can order them. Maybe it'll take a couple of weeks or so, but what's a couple of weeks when it's a quality product, right? I remember one day I was looking... Forget it. I don't know how long I'll be staying. Oh, I hope. I mean, I hope that you won't be leaving too soon. You're like our best customer. Oh, or at least one of our best customers, am I right? I know there's a lot of stuff going on. Lots of folks are leaving, even Pale Charlie left, and... Какой-то нервный чувак. Такое ощущение, что он наркоман, честно говоря. И сейчас находится под спидами. I mean, I'm sure you'll find yourself a decent job, right? I mean, have a good day, Mr. Nash. Да, странный тип. This is the Police 2. Вот так и начинается игра. So we're getting rid of this thing tomorrow? Это уже полицейский участок, видимо. We do what? That drawing thing in the hall. We're taking it down tomorrow? I already called Uncle Dimitri. He'll cart it off for us. Might even get a couple of bucks. Whoa. First, it's not a drawing. It's a tapestry, okay? A beautiful work of art. You didn't notice, did you? Second, it's hanging there for a reason. And third, and most important, we're... Oh, you mean that drawing in the hall. Great. I'll get a hanger tomorrow so we can put the TV up there. Maybe a VCR, too. What do you think? Jesse, we are not taking down the tapestry. TV? That's not a bad idea. Sure, but I was thinking, well, you know, I thought we could put a snack... Мужики уже все решили, you know, видимо. I'm tired of having to drive 20 minutes over to Radier's gas station in the middle of work. Like I've got nothing better to do, right? As if I, Телевизор лучше, чем картина. That giant thing takes up? We can put a TV, тем более, an arcade game, probably even a pinball в это время. Speaking of which, my son moved in with his wife. Имею в виду в этих годах. Вот и кассеты не проблема, и видик нашелся. Look, I just need you. Hey, what kind of movies you got? All sorts. Bloody Shirt, Bloody Shirt 2, Bloody Shirt 3, Bloody Shirt 4, Hard Boiled Women, Demons on Fifth Avenue. And you've got that movie where this pilot is flying around the earth, but he's running out of fuel over the ocean, so he makes a deal with Satan, and Satan sends him to fight an army of skeletons, and the skeleton general... Звучит как фильм мечты, друзья. Yeah, я тоже хочу такой фильм. One of my favorites. Хотя наверняка такой фильм существует. Или нечто похожее. Трешак. When I saw him at the end, when the girl throws the sword into the fire, my heart jumped out of my chest. Betty almost needed to call the ambulance. I swear to God. You need to take better care of yourself, old man. I've also got this movie. It's actually a cartoon, but it's for adults, you know? This guy gets the ability to undress people with his mind. So he goes into work, and he works in a bank. And his boss is a real bitch, but the bitch has some great boobs, and she calls him over to her. Tomorrow. We'll just discuss it tomorrow. And she says there's some problem with this quarterly report. Some kind of paper got filed in... Странно, что она вообще стояла и выслушала эти великолепные разговоры. Но такие беседы вводят в атмосферу. We'll finish that damn letter. Хотя они практически бессмысленны. And if we're lucky, we'll even... Gail, take off your stupid hat and get back to your desk. I'm the sheriff, and you'll do what I say. I'm the sheriff. Lily, you do know you don't have to be such a bitch, right? Battier's gas station closes in half an hour, so if we don't finish this stupid letter in the next 10 minutes, I'll be out of smokes until the morning. And if that happens, I'll be coming into work in a bad mood tomorrow. And if I come into work in a bad mood, just shut up and type.
Okay, okay. I'm ready. And for God's sake, let's stop taking half an hour on every sentence, okay? First, read what you've got so far. Of course, we won't be able to pay you serious money. It's like we won't be able to pay you anything at all. But I hope that you feel the same as me, that the safety of our native town of Sharpwood is a question of duty and honor, and not of material gain. No, no, not just the last sentence. Read everything from the beginning. Lily, come on. Read it from the top. Dear Captain Carter, I imagine you've already heard the sad news that has prompted me to write you. I'll be frank. This letter you're holding is a plea for help. The police department of Sharpwood All right. was deprived. That's enough. I can't take it anymore. We'll just pick up where we left off. Do you think Captain Carter will even read this? Lily, let's just finish it. And then... They got him! The guy from the flower shop, remember? He's one of the neckties. We're sure this time. Where are they taking him? Are they bringing him here? They already did. He's here. Did he have the goods on him? Has he said anything? What does he know? Well, you want to find out, or you're just going to sit there? Знаете, своим силуэтом эта женщина напоминает Гермиону из Гарри Поттера. He had a hard time getting into the car. Right. Didn't like getting out of the car either. And he really didn't like the stairs. And when we handcuffed him, wow, that was no fun at all. And then when he sat down on a chair, he accidentally... Cut the shit, Charlie. What? The sheriff asked a direct question, and I'm trying... Get out! All of you! Lily, I think it'd be best if you just... What's the problem, Gale? Isn't it best if the sheriff interrogates important suspects? Isn't it great when the commander takes a personal interest in the work? Don't you think? Okay, guys, you hear that? Let's get out of here. Чекпоинт. Уолли Мелтон. Я знаю, что за убийством шерифа Уэллса стоит твоя банда. Просто скажи мне, что нажал на курок, и, может быть, я тебя отпущу. Че за бред? Ты и твои дружки заманили шерифа в засаду и подло убили. Вы, галстуки, вообще представляете, что вас теперь ждет? Ты ведь из этих мест, уверен, ты слышал, что наш шериф Уэллс погиб. Что тебе об этом известно? Ну, я выбираю. Пока что будем мягко. Нужно прощупать почву, понять, он вообще сговорчив или нет. А потом можно и надавить. Давайте. Или сразу надавить. Нет, давайте все-таки третий вариант. Он вообще что-нибудь ответит? Никакой я не местный, и про шерифа твоего впервые слышу. И себя тоже впервые вижу. Ты тут секретаршей работаешь, да? Так, ясно. Он дерзит, друзья. Так что надо, наверное, давить. Продолжить. Сколько я знаю, вы никогда не держите наркотики на своей базе. Почему? Я не отстану, пока ты не скажешь мне координаты вашей базы. Ладно, давай сменим тему наркотики. Наркотики, где вы их храните? Блин, ну здесь уже нет такого давления. Но давайте первый вариант, наверное. Да что с тобой разговаривать? Ты ведь даже 2 и 2 сложить не можешь. Ты хотя бы школу окончила? Может, тебе записаться на кулинарные курсы или что-то в этом роде? Да, пока что-то не склеится. Диалог, друзья, все. Похоже, весь наш допрос. Надо доверить мужикам работу. You could at least hide the suitcase. What? All this? It's just... Charlie, shut your trap and get ready to question the suspect. Сейчас делом займутся профессионалы. Лили... I just want You do understand, Gale, that this will soon be over. All of this. You understand that, right? I know, Lily. I know. I need to finish writing that letter to Captain Carter.
Hello, my name is Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I am here to solve your problem. Excuse me, what? It's not so nice to toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. You go once, you go twice, and by then you've already frozen your butt off. And it's lucky it's the only thing you've frozen off. Believe me, I know what I'm talking about. And you know what I'm talking about too, don't you? Look, listen, this isn't my house. I'm just renting it. All the better. So the homeowner will pay for everything, while you will enjoy the new toilet in warmth and comfort. Are you selling toilets? You sell toilets at night? Don't be silly. We'll replace your whole water system. A new toilet in the house is, well, it's the cherry on the cake. You're right. I'm here a little after hours. Well, you see, our farm is just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. But a toilet inside your house is doubly good at night, right? Do understand your needs, sir. I myself had to run to the toilet outside for 20 years every night. But when I finally got a toilet inside my house, I... Please go. Just go. Почему мы раньше об этом не могли сказать? Главное, выслушали практически полностью. You think that in such a small house there's simply no room for a toilet. But I assure you, if you just... Да просто закрой дверь и забей. Leave right now. I'm asking you to leave. I just want to save both of us some time, that's all. I know that you'll change your mind. The next time you need to go in the middle of the night, you'll remember me and think, damn, that guy was right. A toilet in the house is what every adult man needs. So, why not? Мне кажется, наш персонаж вспылит. You need to leave. Точнее, Джек. Now. Leave. All right. But I bet you won't last a week before you change your mind. Конечно, он додумался двери закрыть. Right now, you won't last a week. Ну, закрывай. Что такое? Схватил сердечный приступ? Все, наконец-то. Хотя нет, не вспылил. Я думал, он ему морду набьет или еще хуже, пристрелит нахер. Дорогие Дилан, Оливер и Эдгар, я бы многое отдал, чтобы сесть сейчас рядом с вами на крыльце нашего старого дома, раскурить сигару и спокойно поговорить. Знаю, что у вас ко мне много вопросов, много неприятных вопросов. Мне легко услышать их у себя в голове, гораздо труднее будет найти ответы. Ты виновен в том, что о тебе говорят? Я виновен только в том, что хотел позаботиться о себе, о своей семье. Мне очень жаль, что я взялся за это так поздно. Я виновен только в том, что доверился не тем людям. Меня использовали и выбросили на помойку. Это два варианта ответа. Ты в том, что хотел позаботиться, доверился не тем людям. Ну, хрен знает, давайте второй вариант выберем.
самом деле вариант равноценный практически. Почему ты сбежал из Фрибурга? Чувствую, что эти выборы из предыдущей части, потому что в предыдущую часть я не играл. И понять не имею, что там происходило. И, естественно, у меня не было никаких выборов. Так что, ну, будем вариант, который нам больше подходит или больше нравится выбирать. Так, я не сбежал, я взял время, чтобы перегруппироваться, а потом вернуться и очистить свое имя. Иногда отступление — это единственный путь к победе. Первый вариант уже неплох. Я сбежал, потому что я не хотел умереть в тюрьме. Я знаю так много про каждого влиятельного мерзавца в этом городе, что мне бы просто не дали дожить до суда. Ну, давайте первый вариант все-таки. В принципе, оба неплохие. Почему на самом деле ушла мама? Потому что решила, что хочет трахаться с 30-летним страховым агентом. Надеюсь, он был хорош в постели. Салли, ваша бабушка однажды сказала, что я уже совсем старик, что у меня нет энергии, и поэтому Лара ушла от меня. Тогда я не придал ее словам значения, но теперь мне кажется, что именно в этом и было все дело. Не знаю, мне кажется, второй вариант ироничный такой ответ. Так что выберем второй. Как это вообще повлияет на основную сюжетку, или это просто так? Варианты, которые ни на что не влияют. У тебя тоже был роман на стороне? Я не могу так сказать, хотя бы потому, что мы с вашей мамой к тому моменту жили раздельно. Да и трудно назвать романом отношения двух людей, которые просто часами говорили по телефону и так никогда и не встретились. Это у вашей мамы... у мамы был роман, а все, что потом случилось у меня, не более чем увлечение. Наивная любовная фантазия, так и не ставшая реальностью. Ну, давайте первый вариант все-таки выберем. Видимо, какой-то был роман на стороне в первой части, возможно. Я не знаю. Я только предполагаю, друзья. Надо все-таки проходить, видимо, первую часть, прежде чем приступать к прохождению второй. Зачем ты связался с мафией? Но, с другой стороны, на этом небольшом допросе мы узнаем, что, видимо, произошло в предыдущей части. Я не связывался, эта мафия не оставила мне выбора. Когда угрожают развесить головы от твоих детей на люстре, ты сделаешь ровно то, что они от тебя требуют, без сомнений и лишних вопросов. Связался с ней, потому что мафию нельзя победить, лишь контролировать. И глядя на раскрываемость преступлений в Фрибурге, должен сказать, что мне неплохо это удавалось. Окей, давайте второй вариант. Ты убивал людей? Я никогда никого не убивал. У меня много пороков, но я не убийца. Я никого не убивал своими руками, но я давал приказы, которые приводили к гибели людей. Иногда эти люди были плохими, иногда не слишком. Вам решать, делает ли это меня убийцей? Я думаю, да. Так что давайте все-таки об этом умолчим. Скажем, что мы никого не убивали. Как твое здоровье? Чувствую себя хорошо, несмотря на расставание с вашей мамой. Побег от федералов и две пережитые комы. Одно знаю точно. Третью кому я не вынесу. Так, и второй вариант. Не жалуюсь, но бывает одиноко. И боюсь, что новых друзей я здесь не заведу. В любом случае, новые друзья в моем возрасте уже ни к чему не ведут. Разве что к еще одним похоронам. Оба ответа прикольные. Давайте второй. Почему ты просто не ушел на пенсию? Я ловлю преступников, это все, что я умею делать, это все, что, в чем я хорош. Я не ушел на пенсию, потому что любил свою работу, и мой возраст не мешал мне ее выполнять. Первый вариант мне уже нравится. Да потому что мне ни к чему было возвращаться. Меня ждал пустой дом и грязный сарай. Чем бы я занялся? Сельским хозяйством. Все мои инструменты давно заржавели. Через неделю... такой пенсии я бы пустил себе пулю в лоб. Ну, давайте все-таки первый вариант выберем. Чего ты боишься? Я боюсь, что меня поймают, запрут в клетку и выставят на показ, словно циркового уродца. И все, что останется в моей власти, это раскрошить себе череп на прутье решетки. Боюсь, что у меня не будет шанса реабилитироваться или хотя бы объясниться перед законом. Перед Фрибургом, а главное перед вами. Вы больше всех заслуживаете объяснений, потому что
Потому я и взялся за это письмо. Ну, давайте второй варик выберем. Насколько длинный этот допрос? Что ты планируешь делать дальше? Я во многом изменился, хотя предсказуемости по-прежнему нет среди моих пороков. Я знаю, я должен что-то сделать. Вопрос лишь в том, как далеко мне придется зайти. Не могу сказать вам этого, но не потому, что не доверяю вам, а потому что я сам могу лишь догадываться, на что мне придется решиться в следующую секунду. Давайте второй вариант тоже выбираем. Может быть, это сильно повлияет на повествование, кто знает. Так, все, наконец, допрос закончился. Точнее, ответы на вопросы. Так, и мы еще немного бабла, видимо, прислать решили. Ну, я так понимаю, мы своим детям пишем. Так, а здесь уже какой-то прослушкой занимается тем временем. We could hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the phase three. Phase three is. А нет, они просто продолжают допрос. Moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. It's north of here, the old summer camp. But they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time, these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs. You remember that little tavern called Forseti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. 2 weeks ago, an old man moved in, and under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin. I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I bet there's 4 or 5 armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's 2 at least. I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards. Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there, ready to ambush us. Maybe he already... Well, you and Corey, go check it out. Take 2 cars in case it's not just an old man living in the house. Whoever you find there, bring them in. And don't forget about the heroin. Rest of you will come with me to storm their headquarters. Sound good to you, Lily? И, наконец, мы попадаем в игру, можно сказать, на карту с заданиями, с событиями и так далее. Все события, требующие вашего внимания, отображаются иконками на макете Шарпвуда, а также карточкой в списке вызовов. Окей. Вот такая карта городка. Перемещаться пока что я по ней не могу абсолютно никак. И вызов у нас только один, по сути, нас и дальше ведут за ручку. Но, друзья, мы, наверное, на этом остановимся. Не уверен, что на канале эта игра зайдет, но я бы, конечно, хотел ее пройти. Так что, если будет мало просмотров, просто пройду для себя. Если неожиданно будет много просмотров, будем продолжать. На этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.